Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня мы посмотрим видеоролик от Саузета Geometry Dash. Этот видеоролик мне прислал мой подписчик Максим через донатик, за что ему огромное спасибо. Видеоролик называется «Научусь строить в Geometry Dash за 8 минут». Ну что ж, креаторство на сегодняшний день. Значит, популярная, поэтому видеоролик будет интересен, я думаю. Значит, что хочу сказать. Если хотите, присылайте идеи для реакции через донатик, абсолютно добровольно. Вот, потому что Google форма уже очень забитая. Там более 700 идей для реакции. Будем потихонечку отгребать. По донатной ссылке весь прайс написан и что запрещено, тоже написано. Будьте внимательны и не забывайте, кстати, оставлять ссылки на видео. Не забывайте за Boosty, эти реакции выходят намного раньше, чем на YouTube, а именно это ранний доступ к реакциям. Все ссылочки в описании. Максу еще раз спасибо. Приятного вам просмотра. Однажды в жизни каждый уважающий себя мужчина задается важным вопросом. Как же научиться строить в Geometry Dash так, чтобы мои левела не выглядели как кусок говна? В большинстве случаев очевидный ответ последовал бы моментально. Нужно знать теорию цвета, шарить за композицию, баланс, нужно много труда и практики. Главный инструмент креатора — это вот эта приколюха. Если он умеет ей пользоваться, то у него получится грамотно обдумать мозг, дизайн, строить правильное взаимодействие между объектами и принимать правильные решения. Но что если я скажу, что все вышеперечисленное — это полная херня? Сейчас я вам докажу, что для того, чтобы строить как большинство нормальных креаторов в игре, вам не пригодится. Мнение большинства всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты. Офигеть. Годится не наличие извилин, не наличие огромного опыта в редакторе. А, ну и первым делом нам нужно зайти в редактор и придумать гениальную структуру для блока. О боже, что это? Так-то лучше. К информации, почему это лучшая структура на свете, вы еще не готовы, поэтому вы ее не услышите. Но сам факт того, что я использую 99% глоу-креаторов, говорит сам за себя. Кто я? Аяна Мирей. А кто ты? Аяна Мирей. Ты тоже Аяна Мирей. Это с аниме что-то связано, вот то, что сейчас говорили. Так, теперь эту структуру нужно чем-то заполнить. Но как же это сделать? Для начала нам нужно немножечко определиться с цветами и сделать... Вот видите, кто не умеет строить, можно посмотреть вот у Саузета. ...делать гениальные эпилептические пульсы, чтобы они вырывали ваши глаза. Именно сейчас я этим занимаюсь, расставляю пульсы так, чтобы эффект лайна не находили на друг друга. Именно так мы добьемся эпилептического эффекта. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Получилось просто охеренно, как всегда, просто гениально. Теперь у нас есть три объекта на выбор, которые можно сунуть в блок. Обычно гениальные глоу-креаторы делают небольшой артик, в общем, для блока, который они суют в центр. И можно также использовать этот вот ромбообразный объект, который использует буквально каждый второй глоу-креатор. Его мы засунем в центр блока, подкорректируем цвет, сделаем обводочку дарвиновскую, ну, как бы, все вот эти решения дела, которые добавляют глоу-креаторы. Небольшие приколы, вот эти вот всякие дизайны, ну, как бы, вот то, что должно быть в каждом блоке. Вот это все суем. Всякие приколюхи, треугольники, как обычно. Ну, и не забываем про провода. Провода — это самое гениальное, что можно вставить в блок. И, конечно же, кирпичи. Кирпичи используют все для того, чтобы блок... не был пустым. Прикольно, то есть получается. Нужно немножечко посрать кирпичами. Ну, еще немножечко дизайна. Также glow. Glow копирует цвет бэкграунд. Но главное не переборщить, да? Вы хотите добавить многого, но надо добавить нормальное количество чего-то. И с разумом, да? С разумом. Вот. Чтобы не было ошибок. Да, то есть, чтобы были пульсики, все. Если было... ты слишком много добавишь всего, то это получится каша. Круто. Теперь мы добавляем еще больше glow, используя вот такой вот лайфхак. В общем, да, вот так вот мы добавляем glow, все. Теперь мы делаем 3D. 3D готово. Напоминаю, что обычно в партии бывает около 10-15, там может быть даже 30 блоков. У нас как бы есть всего один. Сейчас мы это исправим, добавим еще парочку вариаций. Много нам не нужно, себя не перетруждаем. Сделаем 3 блока, отразим их по вертикали. Итого у нас получилось 6 блоков. Теперь все эти 6 блоков можно будет копипастить по парту, и никто ничего не заметит.
Все гениально просто. Прошло всего 3 минуты от видео. Почему? Хорошие креаторы заметят. И если они будут оценивать ваш уровень, то они скажут, что вы это просто скопировали и вставили. Вот, например, если бы ты своими глазами посмотрел на такой уровень, ты бы, наверное, раскусил человека сразу. А у нас уже готовы все блоки в партии. Я так думаю. Ну, это просто, наверное, дурачком надо быть, извините меня за слово, да? Чтобы тупо строить каждый вот этот. Следующим этапом постройки будет окружение, и начнем с того, что нужно добавить граунд. Граунд делается предельно просто, нужно взять облака и раскопипастить их по парту. Теперь нам нужно добавить на этот граунд каких-то деталей, например, не знаю, теней, пил и еще чего угодно. Можно добавить всякие цепи, всякие приколюхи. Можешь добавить вот эти объекты. Да, геометрия даже на сегодняшний день насыщена вот такими приколюхами, так что можно добавить что угодно из того, что есть в списке. Из редактора сделать на них блендинг, разный цвет. И вскоре можно будет на них добавить glow. Следующим этапом постройки будет добавление AirDecore. Делается очень просто, просто берем объекты из вкладки редактора, где крутятся объекты, добавляем вариацию и копипастим наш Air Decor по всему парту, при этом прокручивая так, чтобы выглядело это более-менее сносно и не так сильно раскопипащено. Теперь нам нужно сделать бэкграунд, бэкграунд тоже делается просто элементарно. Делаем один слой бэкграунда, на него делаем какой-то странный артик, там используя тоже облака и какие-то объекты, добавляем задний слой, отражаем его по горизонтали и добавляем на это все параллакс эффект. Следующим этапом будет постройка мувов. Мувы я пропущу, их не будет в спидарте практически, поскольку это выглядит очень странно. Теперь нам нужно сделать блок пульсы, потому что, ну, как бы без блок пульсов наш парт выглядит не динамично. Нам нужны блок пульсы, нам нужны гениальные эффекты. Без них наш парт будет выглядеть плохо. Как только я закончил с блок пульсами, я приступил к следующему высокоинтеллектуальному эффекту, а именно лазеру. Лазер — это прекрасный эффект, который может добавить классной атмосферы вашему парту и опять же добавит прекрасной динамики. Теперь я делаю то, без чего не обойдется ни один парт, а именно добавление партиклов, и обязательно сделаю их черными. В принципе, на данном этапе наш парт готов. Давайте взглянем, что получилось. Получилось неплохо. Чтобы осознать, насколько шедевральным получился результат, сравним его с партом, более-менее схожим по качеству, и прочтем комментарии снизу. Ну, людям зашло. Для тех, кто не понял, все показано в видеоролике, это пример того, как не надо строить. Glow-парты, описанные в этом видео... Я так и знал. ...распространились, как раковая опухоль. И каждый раз, натыкаясь на них на ютубе, мои глаза кровоточат, а очко пылает. И, конечно же, у вас созреет резонный вопрос. Ну и ты же тоже когда-то был новичком, и ты тоже допускал такие ошибки. Так почему же ты засираешь? Ну, вот именно, как ты стал таким гениальным креатором? Конечно же, все мы проходили через это, и я также допускал ошибки. Скилл в креаторстве приходит постепенно, сам собой, с опытом, но есть небольшая оговорка. Это как ты уровни проходишь, да, и приходит скилл. В креаторстве то же самое. Для того, чтобы апаться в креаторстве и в целом быть хорошим креатором, нужно, вспомню начало видеоролика, уметь думать во время постройки. Сейчас будет ГМД-совет. Умение думать. Это самый сильный инструмент креатора. Вопрос, как стать лучшим глоу-креатором. Это самый сильный инструмент жизни. Глоу-креатором можно ответить так. Научитесь вдумываться и анализировать то, что вы делаете. Одна малейшая ошибка даже в той ГД-шке. Той же ГД-шке. Прошу за отпечатку. И все, и... И в редакторе. Решение абсолютно всех ошибок креаторов, которые были перечислены в этом видео, лежат на поверхности. Но креаторы вообще не предпринимают ничего, чтобы их исправить. Их абсолютно устраивает, что на протяжении года их парты абсолютно не меняются в плане качества. Они продолжают без конца совершать одни и те же ошибки. Но ведь можно просто подумать, стоит ли мне использовать эти структуры, ведь их использует каждый первый глоу-креатор. Быть может, мне стоит придумать что-то новое?
Стоит ли мне делать заполнение именно так, ведь я исполняю так блоки в каждом своем парте? Стоит ли мне добавлять блок пульса на каждый блок, если они руинят цвета и композицию? Лично я всегда стараюсь учиться на своих ошибках и делать выводы для того, чтобы мои парты становились лучше. Конечно же, эти креаторы не потеряны напрочь. В них есть скрытый потенциал, который нужно им помочь раскрыть. Именно поэтому мы их пригласили в Черри и взяли под свое крыло. Креаторы, как я, Синт и Конси, помогают им раскрыть свой потенциал. И мы даем им советы и пытаемся сделать так, чтобы они строили лучше. Они в русском GT-комьюнити абсолютно отсутствуют гайды по креаторству, поэтому я постараюсь заполнить эту нишу. Следующим видеороликом на канале, скорее всего, станут самые распространенные ошибки креатора. Если вам действительно понравился данный формат, рекомендую поставить лайк, если нет, то 2 лайка. Также напоминаю, что на моем канале регулярно проходят стримы, на которых я также рассказываю, как строить. И чтобы их не пропустить, можно подписаться и поставить колокольчик, а также зайти на мой Discord сервер, включить нотификации, чтобы успевать на стримы самыми первыми. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика. В принципе, видеоролик получился крутым, прикольным, интересным, в каких-то частях получился смешным. Да. От души вам всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях свое мнение насчет моей реакции, мнение насчет данного видеоролика от Сауза. Думаю, вы поняли, как надо строить, а как не надо. Вот. По желанию присылайте идеи для реакции через донатик, потому что Google форма очень забитая. Ссылочка на донатик в описании, и по донатной ссылке, значит, весь прайс расписан. Не забывайте за Boosty, где реакции выходят намного раньше, чем на YouTube. Ссылочка в описании. Всем добра, ребят, и всем удачи, и всем пока-пока!